сегодня народная милиция – единый мощный военный орган. Создание оборонного ведомства ЛНР стало судьбоносным решением для республики. Без решения, которое было в 2014 году принято о создании народной милиции, сегодня мы, наверное, не могли бы говорить о том, что республика состоялась, о том, что республика развивается и живет. А вместе с ней увеличивается и мощь армии. Вторая часть праздничной программы тому подтверждение. Найти и обезвредить кинологи и их четвероногие соратники демонстрируют навыки командной работы. Внезапное нападение, мастерство ближнего боя, показательное выступление разведроты. Следом условное поражение беспилотника противника. В дело вступили зенитчики. Продолжили выступление бойцы отдельного ремонтного батальона. За несколько минут разобрали и собрали военный внедорожник. Вишенка на торте – заключительный этап этой части торжества. Выступление военного ансамбля «Новороссия». И знают их отрядов ополчения на этой необъявленной войне. После чего колонна военной техники вместе с ансамблем продолжили выступление на улицах города. Привет, друзья! Только что вы видели охрану общественного порядка в представлении народной милиции ЛНР. Это грады, это Уралы, это стрельба по условному противнику, по украинским беспилотникам в небе. Так 7 октября на днях отметили день создания народной милиции ЛНР в так называемой Луганской, так называемой Народной Республике. Это, кстати, еще одно основание нам с вами говорить о том, что никогда, ни в коем случае не нужно соглашаться на провокации друзей Путина из Германии и Франции и вестись на выполнение Минских соглашений. Потому что это один из пунктов Минских соглашений – создание народной милиции, которая контролируется только лишь местными органами власти, ну и, по сути дела, не подчиняется МВД украинскому и делает что хочет. По факту это военное подразделение, это те же самые боевики, те же самые бандиты, которые называются просто народная милиция. А почему я вам об этом решила рассказать сегодня? Потому что мне захотелось немного уделить внимание Леониду Пасечнику, это такой главарь Луганской Народной Республики, и Роману Разуму, человек, который был никем до войны, каким-то там мелким служащим в милиции, а теперь стал командиром ансамбля «Новороссия», народным милиционером в Луганской Народной Республике и одним из главных пропагандистов ЛНР. Знаете, когда людей нечем кормить, кроме пропаганды, это понимают даже сами жители ЛНР, которые поддерживали создание республики. Поэтому, когда на днях презентовался клип, еще до того, как 7 октября этот клип Романа Разума таким образом презентовали горожанам, как вы только что видели, то есть ездили по городу на Уралах и Градах и исполняли песни на улицах голодного города Луганска. Еще раньше была пресс-конференция, где этот самый Роман Разум, а он является руководителем новосозданной киностудии «Луга кино», или как-то так, которая создала свой единственный фильм «Ополченочка», забракованный даже в России. Но по словам Разума, сейчас собираются эту ополченочку все-таки выводить в большой прокат, и, наверное, мы увидим эту гадость на канале где-то в Ютубе или на каких-то российских каналах, где можно в онлайне смотреть фильмы. К чему я это говорю? К тому, что пропаганда – это единственное, что смогла создать за годы своего существования так называемая Луганская Республика. И, по сути дела, во благо она работает лишь Роману Разуму, который никчемный, бездарный человек, теперь является основным пропагандистам и хвалится тем, что они для того, чтобы снять этот клип очередной его песни, посвященной так называемой Новороссии, развернули самую большую на свете ленту, сколько-то там километров Георгиевскую ленту. Ну и, конечно, во благо работает контрабандистом, таким как Леонид Пасечник, глава Луганской Народной Республики, который до войны был СБУшником, дослужился до полковника СБУ, занимался контрабандой, и работал он в том самом отделе К,
возглавлял управление К в Луганске до войны в Луганской области, которое якобы призвано бороться с контрабандой, коррупцией и организованной преступностью, ну а по сути обогащает СБУшников именно на контрабанде, на коррупции и на крышевании организованной преступности. Это то подразделение СБУ, которое нас давно призывают реформировать. И все годы после Майдана пытаются власти реформировать, но пока безуспешно. Это то подразделение, главком которого командовал Дмитрий Нескоромный, человек в начале текущего года, которого вскрыли, раскрыли как заказчика своего конкурента, такого же крышевателя коррупции в Украине из СБУ, и своего коллеги из СБУ. Он его заказал, и после этого были слиты в сеть его переговоры с кем-то на России, где он говорит о том, что восхищается Путиным, называет Путина красавчиком, вот этот Нескоромный. Это показатель вообще состояния и уровня службы безопасности Украины в целом, и управления К, которое, по сути дела, является рассадником контрабандистов. Известно, это ни для кого не секрет, что СБУ за годы войны более чем какое-либо иное подразделение обогатилось именно на контрабанде. Ну, как известно, что охраняем, с чем боремся, на том и зарабатываем. Так вот, пасечник, что о нем я хотела вам рассказать. Значит, он когда-то командовал в Луганской области вот этим управлением К, и в 2006 году его кураторы из ФСБ российского решили создать легенду о честном, неподкупном, таком прекрасном СБУшнике-пасечнике, который вот настолько принципиальный, что денег не берет. Значит, в 2006 году пасечник в Изварино якобы хлопнул контрабанду при попытке перевести на территорию России 2 миллионов долларов. Он остановил вот этот автомобиль и обнаружил. На самом деле, как показало дальнейшее разбирательство, о чем, естественно, не афишировалось, это были деньги тогдашнего народного депутата из партии регионов Ефремова, создателя в дальнейшем Луганской Народной Республики. Значит, Ефремов, по сути дела, одолжил эти деньги своим кураторам, таким же, как и у пасечника московским, для того, чтобы создать, подсветить, как говорится, создать легенду о честном, неподкупном СБУшнике-пасечнике. Значит, он фактически дает эти 2 миллиона, там еще их и не с первой попытки нашли, то есть знали, что будут перевозиться, и надо остановить, пиарно показать, что вот мы не пропустили в Россию эти деньги. Но и не с первой попытки их даже нашли. После этого о пасечнике рассказали, как и герои, там, молодцы, борцы с коррупцией, и его Ющенко, кстати, наградил. И после этого пасечник был направлен в Стаханов, где, собственно, он и работал над созданием в дальнейшем Луганской республики. Потому что первые главари армии Юго-Востока, Рельке и Болотов, это были как раз подопечные пасечника. Пасечник работал в Стаханове, готовил оккупацию, и оттуда вылупилось все руководство, первое руководство так называемой республики. В дальнейшем они вместе захватили здание СБУ, создали ЛНР, это все, что вам известно. А потом пасечник пришел к управлению в республике. Опять же, внутренняя борьба за потоки контрабанды происходила в самом ЛНР. И пасечник, по сути дела, произвел переворот, в результате которого ему удалось выбросить Плотницкого, а народу, лопухам из ЛНР, было объявлено, что он там по состоянию здоровья, после того, как он воевал, хотя нигде, конечно, Плотницкий не воевал, якобы по состоянию здоровья уходит. Ну и после этого уже единственным кандидатом ФСБ рассматривала в ЛНР, кандидатом на управление так называемой республики, самого этого пасечника. Вот я вам рассказала о том, кто такой пасечник, откуда он взялся. И, надеюсь, всем понятно, почему надо действительно уничтожать управление К в СБУ и коренным образом реформировать СБУ, лишать ее не тех функций, которыми она должна заниматься, экономических преступлений, борьбы с так называемой борьбы с контрабандой, коррупцией, организованной преступностью, потому что там некому, по сути дела, до 2014 года, по крайней мере, было некому заботиться о национальной безопасности. И вот кто выиграл в результате создания Луганской Народной Республики? Конечно, не народ.
выиграли в результате создания республики, это я уже записываю, так как техника не позволяет, памяти не хватает на другом телефоне, выиграли в результате создания республики вот такие люди, как Леонид Пасечник, контрабандисты со стажем, которые уже даже после Майдана, после создания ЛНР продолжали зарабатывать на контрабанде, в том числе и контрабанде в Украину, потому что Пасечник до войны контролировал границу с Россией на территории Луганской области. Это его человек Гайдай или Гайдей в Луганске, в Свердловске, такой казак, который занимался контрабандой. Это Пасечник контролировал контрабанду и на ней зарабатывал до войны, ну а во время войны возможности, безусловно, увеличились. И была такая информация, что волонтер Эндрю, которого убили, когда-то останавливал в 15-м году сумки с золотом. Так вот это было золото из Ровеньковского завода «Агат», операция, которую, опять-таки, контролировал тот же самый Пасечник. Пасечник получил, безусловно, гешефт. Потому что контрабанда во время войны увеличила, я думаю, доходы всех, кто к ней имел отношение. И, по сути дела, его конфликт с Плотницким, это был конфликт за потоки контрабанды, за возможность контролировать эти деньги, это то же самое золото и все, что перемещается через границу, и все, что позволяет им обогащаться. Ну и Роман Разум, который до войны был никем, и сейчас вы увидите смешной фрагмент его разговора с Кобзоном, который я нашла в интернете, где Кобзон, герой Новороссии, говорит вот этому так называемому певцу Роману Разуму, певцу, а заодно и руководителю ансамбля «Новороссия», а заодно и народному милиционеру из Луганской Народной Республики, говорит, по сути дела, правду, что никому мы, друг дорогой, с тобой не нужны. Ну, я думаю, потому что просто бездарны и только могут служить пропаганде, но и для этого нужно иметь спонсоров, которые оплатят это творчество. Безусловно, по большому счету платят, расплачиваются за него все годы жители Луганской Народной Республики. Выиграли в результате создания Луганской Народной Республики не жители республики, безусловно. Контрабандисты, агенты российского влияния, давным-давно завербованные враги Украины, которые маскировались под СБУшников, под народных депутатов, от партии регионов. Вот такие ничтожества, как Роман Разум, которые снимают абсолютно бездарные ополченочки. И вы знаете, что интересно, даже жители Луганской Народной Республики это понимают. Потому что я смотрела презентацию, которую Роман Разум устраивал своему задрипанному клипу, фрагмент которого звучал в самом начале, в день народной милиции ЛНР в Луганске 7 октября. И люди пишут в комментариях под этим клипом на Ютубе, пишут, что, ну, матерными словами, да вы уже задолбали, это я перевожу на цензурный, лучше бы вы показали, как вы создаете новые рабочие места в республике, или же что-то там делаете с медициной, или хотя бы объединяете два княжества, что, в принципе, несложно было бы облегчить жителям оккупированных территорий жизнь, объединив ЛНР и ДНР в одну, так сказать, республику, или проводите референдум за присоединение к России, ну, потому что не секрет, что жители Луганска и Донецка желали бы, чтобы Россия, по примеру Крыма, приняла их к себе, но этой мечте не дано осуществиться. К тому говорю это, что даже жителям республики, которые, по сути дела, не отождествляют себя уже с Украиной, даже им понятно, что, по сути дела, весь этот пафос, все эти пропагандистские дорогостоящие штуки устраиваются им за их счет. Они расплачиваются за бизнес-проекты, за творческие проекты таких бездарностей, как Роман Разум. Они расплачиваются за карьеру, которую сделал предатель СБУшник Пасечник, дорожший из обыкновенного контрабандиста до главаря республики. Все, друзья, спасибо вам за то, что меня смотрите, спасибо за то, что поддерживаете. Будьте здоровы, всем пока. Посмотрите, пожалуйста, что Кобзон сказал о Роману Разуму, откровенно сказал о том, что никому мы, брат, с тобой не нужны без спонсоров. Будьте здоровы, сейчас увидите Кобзона и Разума. Что касается вас, тематика замечательная, клип хороший, идея хорошая, проект хороший. Понимаете, я вдруг там, вам повезет, у вас есть богатый брат, друг, сват, дядя и так далее, который скажет: давай, Ром, вперед, давай, Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень и так далее.
Герман поехал. Все в наше проклятое время, я не боюсь этих слов, все упирается в рынок. Все упирается в рынок. Потому что для этого нужна реклама. Никакие проблемы. Сегодня провести рекламную акцию. Фу. А вы считаете, подобный проект не может являться для продажи? Для продажи? Да. Нет. Не перспективная. Ни Кобзон, ни вы в магазинах не нужны.